Привет из Дагестана. Многие спрашивали рецепт чая для диабетиков. Сегодня я буду готовить вам этот чай. Для этого мне нужны 5-6 цветочков и можно листики взять. Все это тщательно промываем под проточной водой. Вот такой красивый чайник у меня. Сюда я добавляю цветочки, вот и листики. И 3 веточки мяты добавляю. Далее добавляем кипяченую воду. Примерно 1 стакан. 200 миллилитров. И оставляем настаиваться полчасика. Прошло полчаса. И вот какой чай у меня получился. Наливаем стакан. Посмотрите, какой цвет красивый. И он прекрасно понижает сахар в крови.